все так же щупом была найдена жилка в новом месте. Вот этим щупом простучали, вскрыли дерн. Вот он. Никак не настроится. Вот эта пигматитовая жилка. Вот она идет. Шпат. Вот он, пигматит. Канавка была поперек жилы. Жила идет в таком направлении. Сейчас покажу, как лопата лежит. Вот так вот она идет поперек канавки. Можно найти на этой жиле, которая вот так вот идет. Вот она. Все. Это все она. Вот. Да, она идет. Вот она. Вот. Вот так вот она идет. Нужно найти, чтобы было ядрышко кварца. Не такое маленькое, как вот эти вот здесь вот кварчики. А ядрышко хотя бы вот такое вот, по которому можно было углубиться и дойти до занорыша. И хотя бы небольшого кармашка. Вот. Раз жила у нас идет вот так вот, сейчас буду вдоль этой жилы делать небольшие лопатой капушки, чтобы найти этот кварчик.